середине 60-х годов 20 века тишина полесских лесов южнее Мозыря и севернее Киева была нарушена звуками большой стройки. На берегах вдоль реки люди основали город Припять и начали строительство Чернобыльской АЭС, которая должна была стать самой крупной атомной электростанцией в Восточной Европе. В то время возведение атомных станций казалось удачным решением проблемы истощения невозобновляемых природных ресурсов. Кроме того, АЭС были дешевле, чем ТЭС. Они требовали больших затрат при строительстве, но зато имели меньшую стоимость топливной составляющей. Обо всем этом рассказывал напечатанный в Киеве в 1978 году буклет «Чернобыльская АЭС». Оформление буклета было выполнено в стиле своего времени. 60-е и 70-е годы были пронизаны романтикой атомного века, а работники атомной отрасли казались прометеями новой эпохи, что дарит людям свет, абсолютно чистый и безопасный. В этом эпизоде нашего сериала про Чернобыль мы очень близко изучим саму Чернобыльскую атомную электростанцию, побываем внутри ее коридоров и залов, а также подумаем над тем, как и почему случилась катастрофа 86-го года. Чернобыльская АЭС должна была стать крупнейшей атомной станцией в Восточной Европе. К моменту аварии на ней работало 4 блока, пущенные, соответственно, в 77, 78, 81 и 83 годах. Существовала также строящаяся третья очередь, которая должна была состоять еще из 2 энергоблоков, а в дальнейшем на другом берегу Припяти планировалось возведение еще 4 энергоблоков. Основные сооружения станции возведены из очень узнаваемых бетонных панелей, выложенных мелкой белой и синей керамической плиточкой. На жаргоне атомных строителей такие панели называли чемоданами, а плиточку – ириской. Чернобыльская АЭС – это достаточно крупное промышленное предприятие, чем-то напоминающее несколько больших заводов, работающих как единое целое. 2 основных сооружения АЭС, которые непосредственно участвовали в выработке электроэнергии, это реакторный и турбинный цеха. Между реакторным и турбинным цехом находится деаэраторная этажерка, где установлены деаэраторные баки, удаляющие кислород из воды теплоносителя. Ну а этажеркой это сооружение называют потому, что оборудование в ней размещается на нескольких этажах, расположенных один над другим. Сооружения Чернобыльской АЭС были возведены по так называемой «сомкнутой схеме». Это означает, что реакторный цех, машинный цех и деаэраторная этажерка были построены в виде единого здания. Это несколько уменьшило безопасность АЭС, но зато укоротило длину трубопроводных и кабельных трасс и в целом сделало постройку АЭС дешевле. Помимо реакторного и турбинного цехов, на территории ЧАЭС было множество и других сооружений. Электрический цех, обслуживающий все электротехническое оборудование, химический цех, отвечающий за водоочистку, цех радиационной безопасности, ремонтно-механический цех, газовое хозяйство, административно-бытовой корпус и множество других построек. Каждый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции имел несколько щитов управления. ЦЩУ – центральный щит управления, БЩУ – блочный щит управления, а также различные другие вспомогательные щиты. С помощью ЦЩУ осуществлялось управление связью АЭС с энергосистемой, а БЩУ служил непосредственно для управления энергетическим блоком, то есть для управления реакторной и турбинной установками. С этого щита осуществлялся пуск реактора, его выведение на мощность, пуск турбин, синхронизация генераторов и другие важные операции.
Обычно блочный щит управления располагался внутри деаэраторной этажерки, то есть между реакторным и турбинным залом, а под его полом располагался отдельный кабельный полуэтаж. Сейчас мы входим на БЩУ-3, то есть на щит управления третьим блоком Чернобыльской АЭС. Оперативные залы всех блоков этой АЭС похожи. Их пол выложен мраморной крошкой, а потолок – подвесными акмеграновыми плитами. Так называемый оперативный контур блочного щита управления выполнялся обычно в виде вертикальных приборных панелей, напротив которых размещались пульты с операторами. Оперативный контур занимает центральную часть 12-метрового пролета БЩУ. И приборные панели, и пульты размещались на БЩУ по дуге, для того, чтобы у операторов был хороший обзор всех панелей и приборов оперативного контура. Левый пульт управления отвечал за управление реактором, а на панелях перед ним размещались два мнемотабло с активной зоной. Для прокачки воды через активную зону реактора на Чернобыльской станции существовали главные циркуляционные насосы, или сокращенно ГЦН. Вот так эти насосы изображались в старом буклете про Чернобыльскую АЭС, а вот так зал ГЦН выглядит на самом деле. На каждом из энергоблоков таких залов было по два, по обе стороны от центрального зала. И в каждом из залов ГЦН располагалось по 4 беспротечных насоса высокого давления, которые прокачивали теплоноситель, воду, через активную зону реактора. Под потолком зала ГЦН можно увидеть мостовой электрический кран, с помощью которого обслуживалось все оборудование тяжелее 50 кг. Перекачиваемый насосами теплоноситель мог быть радиоактивным, и поэтому нижняя часть насосов находилась в так называемых полуобслуживаемых помещениях, то есть там, где персонал станции бывает относительно редко. Сейчас мы входим в центральный зал третьего энергоблока. Собственно, именно здесь под полом и размещается реакторный аппарат. Центральный зал – это огромное помещение с высотой потолка более 30 метров. Внутри него легко поместится типовой 9-этажный дом. Такая высота реакторного зала необходима для того, чтобы в нем легко мог пройти контейнер с отработавшими сборками. Внутри центрального зала находится мостовой кран и разгрузочно-загрузочная машина, РЗМ, для обслуживания реактора. С помощью РЗМ осуществлялась перегрузка топлива. Машина извлекала отработанную топливную сборку, после чего погружала ее в бассейн выдержки, где сборка остывала под слоем воды в течение нескольких месяцев, для того, чтобы снизилось остаточное тепловыделение. Ближе к середине центрального зала размещается 12-метровый пятачок активной зоны реактора, состоящий из 1693 технологических каналов. Сверху каждый из каналов закрыт металлической призмой, которая носит название «Сборка-11», а сама активная зона состоит из множества графитовых колонн, внутри которых размещаются либо топливные сборки, либо стержни управления и защиты. Вот таким образом активная зона реактора изображалась в буклете про ЧАЭС. Слева мы видим рисунок собранных графитовых колонн, а справа активную зону реакторов в процессе работы. Ну а мы тем временем идем дальше и сейчас входим в помещение под саркофагом, разрушенного взрывом четвертого энергоблока.
Еще до аварии 86 года полы в этих коридорах, как и везде на ЧАЭС, были застелены полихлорвиниловым пластикатом для того, чтобы было легче убирать радиоактивную грязь. На стенах под саркофагом четвертого блока можно увидеть отметки дозиметристов, которые уже после аварии 86 года обследовали эти коридоры и вручную отмечали на стенах уровни радиации. А вот так сейчас выглядит блочный щит управления четвертым блоком. Его приборные панели, пульты и мнемосхемы давно разобраны, а на полированном полу до сих пор остались следы несмываемой радиоактивной грязи. Правая часть оперативного зала БЩУ-4 сейчас отрезана массивной стеной, за которой находятся руины центрального зала взорвавшегося четвертого энергоблока. Именно в этом помещении за левым реакторным пультом работали операторы Леонид Топтунов и Александр Акимов, чьи действия, как считается, и привели к масштабной аварии. Впрочем, так ли это было на самом деле? Почему же в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года случилась та страшная авария, последствия которой были столь масштабными и значительными? Если заглянуть внутрь катастрофы, то причин можно найти сразу несколько, и начинаются они далеко не в апреле 1986. Во-первых, графитоводный реактор РБМК-1000 не был доработан как промышленный образец. Это была эксклюзивная разработка СССР, которая не использовалась более нигде в мире, и опыт использования этого реактора писался фактически прямо в процессе эксплуатации. РБМК-1000 был неспокойным аппаратом и требовал постоянного выравнивания, так как из-за огромных размеров его активная зона разогревалась очень неравномерно. Во-вторых, системы контроля в 80-е годы были крайне несовершенными. Представьте сами, у реактора РБМК-1000 было до 20 тысяч контролируемых параметров и до 2000 механизмов, требующих управления. Кроме того, персонал не мог лично наблюдать за оборудованием первого контура из-за высоких полей радиации, и очень часто было сложно представить, что же там происходит на самом деле. Ну и в-третьих, советские строительные нормы предусматривали всего три барьера радиационной безопасности – оболочка ТВЭЛа, трубопроводы теплоносителя и сам корпус реактора. При этом у РБМК-1000 не было единой биологической защиты, так как цельный корпус для него стоил бы баснословных денег. Ну а сам реакторный зал вообще не рассматривался как отдельный барьер, и поэтому его кровля была возведена из легких металлических ферм, просто потому, что так было удобнее и дешевле. Это очень хорошо заметно в реакторном зале недостроенного пятого блока, где уже успели смонтировать ту самую легкую кровлю. Катастрофа 86 года произошла во время, в общем-то, рядовых испытаний, не вследствие их, а просто в ходе, потому что к самому реактору эти испытания не имели никакого отношения. Ну а 10 годами ранее точно такая же катастрофа чуть было не случилась на Ленинградской АЭС с точно таким же реактором. Почему же в аварии 86 года обвинили трех человек – Дятлова, Брюханова и Фомина? Если признать, что эти люди ни в чем не виноваты, а авария случилась просто потому, что рано или поздно должна была случиться, то в этом случае пришлось бы разогнать три проектных института и реформировать всю советскую ядерную отрасль, отобрав все правительственные награды, дачи, звания и ордена. Впрочем, в каком-то смысле так оно и получилось. После аварии 86 года проект реактора РБМК-1000 был тихо признан провальным,
и в мире не было построено больше ни одной новой атомной станции такого типа.